пока делали фотографию, насобирали грибков. Вот такой масленок и мышата. Конечно, дерево шикарно на самом деле. Но мы продолжаем дальше свой путь. И скоро у нас он подойдет уже к завершению. Вот еще один мышонок. Сейчас сначала это положу. Симпатичный. Он что-то наступил. Вижу один, а тут оказывается еще он второй. Мышонок один. Два. Аж нога у тебя скрипит, как ты режешь. Что-то было, но что-то тут подавленное уже. Мышиное. Так, пошли дальше. Нам бы теперь журавли его набрать бы. Или собираем, Ленка, все? Что? Я говорю, нам бы журавли бы еще собрать бы. Ну, да, было бы. Ох, какие! Да, да, блин. Ну давай сюда, помогай мне. Потому что я пока один пильну. Вот такой. У меня тут пленки грибов-то. Ну, просто они поделятся. Красота. Продолжаем дальше. Что самое главное, ведь по лесу мы особо-то и не ходили. Вот так вот прошлись по низу. Сейчас как бы идем в средней полосе, ну это вот вершины. И все. Поверху точно не пойдем. Хотя, конечно, там были грибы, но ладно уже. Будем здесь идти. Наверняка уже что найдем. Так, чисто ради эксперимента, потому что грибы — это всегда эксперимент. Пойдешь в какое-то место хорошенькое такое, как бы не холодное, по проходу хорошие между, а грибов может быть и не быть. Почему? Потому что там люди уже прошлись. А вот там, где казалось бы уже такое место не очень-то интересно для грибника, пожилого человека, который тоже не ленится в лес зайти, мама с ребенком, то же самое, допустим, подросток там, или какой человек чуть-чуть повзрослее нас, конечно же, не пойдет. А мы идем и потихонечку грибочки стрижем. Ух ты! Тут самое главное — надо идти медленно. Медленно и внимательно смотреть. Потому что здесь грибы. Ух ты, еле увидишь. Нам еще ехать минут, наверное, 30, наверное, до Севастополя автобусом. Если они ходят каждые полчаса. Что самое главное, это вот большой плюс вылазки из грибов. Кабанчик рылся. Вот она рылом водил. Вот водил рылом. И вот. Нарыл яму. Кабанчик. Так, там, по-моему, может, не помню, ходили или не ходили. Пойдем здесь. В таком месте точно ничего не будет. Надо как-то вот это дело проходить чуть повыше. Тут сосна огромная. Кстати, тут очень мало таких сосен, таких огромных переросших-то. В этом лесу как бы они присутствуют. Напоминает наш лес. Шум, Ленка, был, да? Кто там? Валера, ты что ли? Нас лес пугает, понимаешь? Ленка, нас с тобой лес пугает.
А ты знаешь, что мы с тобой вышли делать эти ямы? Да. Страшенные эти были. Вон яму одну вижу уже. Какой-то полтергейст, наверное, не? Какой-нибудь кабанчик ломился, наверное. Какой-то кабанчик. Вот они все тут нарыты. Ямы эти. А не кабанчик эти ямки тут понарыл-то? Не, ну те, конечно, ямы, которые были тогда, точно не он. Ну давай как бы что-то решим с собой. Двигаемся пошли, за грибами или на выход уже идем. Правильно, пошли. Спасибо, Далес. Мы довольны, самое главное. И еще самое главное, что мы идем не с пустыми руками. Мы идем с грибами. Вон все какие-то эти ямы эти понарыты. Вон яма понарыта. Как вы уже поняли, мы возвращаемся на дорогу. С нас грибов хватит. Оставим другим людям, кто еще не собирал. Потому что в этом месте, конечно, я остался очень доволен тем, что вот такое оно непролазное. Вот кабанчик тоже, опять же. Тут что зря делал тут? Рыл-то, вон рыл. Рыло. Это рылом и есть как раз. Тут пятак все круглое. Вот он рыл, он здесь разрывал всю местину. Вот эти ямы, собственно, и есть здесь, опять мы к ним пришли. Видишь, мы как с собой долго-то никуда не уходили. То есть мы, в принципе, и были здесь. Мы с собой прошли, там вниз спустились. Что-то было по звуку какой-то. Вот так вроде бы. Да? А то мне становится уже сыкотно уже. Взрослый мужик, скажи, и подсыкивает. Тихоленько там лето. Вот здесь все изрыто. Все изрыто, ребят. Все, все. Вот нет живого места. Здесь, там, 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 там дальше. Вот там дальше все это изрыто. Все, вот, все, один на одном. Вот, один на одном. Все именно, все в ямку. Какие у кого будут мнения, оставляйте в комментариях. Мы посчитаем. Что-то узнаем для себя нового. Потому что здесь все в ямах. Но если так рыл человек, конечно, усердно, опять же, что он здесь он искал. Вот они ямы какие. Вот реально размер могилки. Вот я не знаю, как еще по-другому. Как еще по-другому еще? Обходи, Ленчик. Вполне возможно. Потому что оно как бы в принципе находится недалеко от дороги. Вроде бы как бы и не в низине, да? Ну, как бы, где вот вода там собирается, там прочее, прочее. Вот. На после пойти-то. Сюда пойти. Сейчас, сейчас напрям кинем с собой ее домой. Вот она, смотри, какая. Это же ямище. Просто охренеть, какая яма. И вход туда, вниз-то. Вот что это может быть? Человек рыл для себя какое-то жилье подземное. Хотя, в принципе, я читал. Ну, смотри, какие грибы там растут. Не будем. Люди земляные, то же самое, жили-то. Жили же они. Вон, смотрите, какая яма. Она просто огромная. И вон туда, туда. Нифига себе там какой ход-то. Ты видела, Ленка? Иди посмотри. Ленка, на здоровье, когда. Офигеть. А самое главное, сколько растет грибов. Вон они. Видишь, Ленка? Все дупло. Конечно, то я, ребят, потому что потом я могу не выбраться. Но мне интересно тем, что там идет ответвление идет и влево, и вправо.
Ленка, здесь очень много грибов. Не берем? Нет. Вон, даже смотри, какие хорошие. Вот шум двигателя. Значит, где-то уже дорога. Куда? Прямо сейчас идем. Не ошибешься. Сказочный лес. Сказочный лес. Красивый лес. Самхом. Конечно, красивый он по-своему. Но среди таких ям не уникается прекрасным лесом. Мне кажется, что он страшный. А тут я вижу маленькую птичью какашку. И вы тоже видите ее. Вот. Какое дерево. Посмотрите, все. Гарри Поттер. Тут был Гарри Поттер. Это Хроники Нарнии. Ямы, ямы, ямы. Все, Ленка, ломимся прямо. Не переживай. Нормально. Тут надо идти прямо. Надо идти прямо. Только прямо. Тут такое место, оно реально, оно очень огромное для тех, как называется, господи мой, для экскурсий по этим ямам-то. Оно просто огромное. Что там? Ну, грибы здесь мы не собираем. Хотя здесь грибы, я вижу, и там они были. Вот они, ямы все. Как здесь только не провалиться, эти ямы-то. Тут полно. Этих ям здесь полно. Вон какое отверстие. Я еще думаю, что, скорее всего, эти ямы уже половину на половину уже обрушились. Сразу же какой-то здесь какой-то был город подземный. Кто-то хотел, наверное, соорудить для себя. Ну вот оно, что это такое? Ну, какой-то могильник. Вон грибов полно растет. Если вы видите, вот слева там по стволам дерева, вон их прям полно. Я думаю, что если бы их начать резать, то мы бы тут набрали бы их много. Потому что вон гриб. Вон грибы. Так что в этом месте мы грибы не берем. Не берем. Вот такое дупло вниз. Вот они ямы, вот они ямы. Да, тут везде яма, тут все на яму. Просто все на яму. Так, Ленчик, давай как-нибудь с тобой пойдем вот так вот, наверное, скорее всего. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Тут хотя бы проход нормальный есть. Потому что везде сюда он все заросшил. Сейчас минуем эту полосу, самую такую тяжелое препятствие для каждого человека, кто пришел в грибы вот в этот лес, пройти это кусты эти, которые просто мешают проходу, нормальному проходу. Вот видите, ну как вот идти, ну наклониться, здесь надо как-то изгибнуться, куда еще пойти, вот дальше, влево или вправо. Я пойду влево. Почему? Тут арочка есть такая из дерева. Можно наклониться и пройти. Вот кабанчик рыл здесь. Вот она здесь, он тут ворошил тут все, что можно. Ворошил. Хорошо иметь вертолет. Взлетел в Севастополе там у себя. Ну,
Там приземлился на эту. На полянку. И все. Пошел нормально, спокойненько. Пособирал грибочков. Набил два ведерочка. И полетел в усвояси. Самое главное, здесь темная листва лежит под деревьями. А здесь светлая. Точно, хроники Нарнии. Мы пойдем к светлой стороне. Мы за светлых людей, за светлые идеи. Светлые тона, цвета. Пакет черный, ничего страшного. Он должен быть непрозрачным, чтобы люди не видели, что мы несем. Чтобы не было зависти человеческой. Один так позавидовал, а другой плохо позавидовал. О, опять кабанчик рвался. Кабанчики на кабанчике. Не знаю по поводу сказок. Боже мой, какая кость. Только что увидел. Это получается с размер моей ноги вот так вот. То это кость. Какому-то животному ленька не туда. Там это место такое не очень. Вот кабанчик бежал. Вот новое место. Ножки, ножки. Пошел. Вот там под кустом порылся. Темное место, видите. Ничего страшного. Вон, смотри, как все перерыто. Ленка, мы будем с тобой в любом случае... А, в лесу хочешь? Ну, только это не тот же. Не, наверное, там заходили, не? Или тут? Да ладно. Ну, вон там какое-то зеленое деревья. Не? Ну, пошли. Вот оно. Это кабаны рылись. Это 100%. Тут уже никакая не собачка. Точно не зайчик. Точно никакая не косуль. Она это не ест. Так, наклоняемся, нагибаемся. Блин, тут такая ркушняк. Наверное, ее заберу. Вон какая здоровая, большая, хорошая. Для наших поделок пойдет. Ой, Ленка, там какое-то место. О, какое-то... Нет, как он. Как роза вот эта вот домашняя. Вся в иголках. Фу, вот она, смотрите, сколько ягод-то. Берем, наварим с собой этого. У нас там упаковка шиповника стоит. Стоит дома? Да. Так, пойдем по дороге этой. В лес пойдем. Ну, чтобы здесь не ломиться, как мы с собой. Пойдем здесь. Мы выше с собой зашли. Выше. Вон там, я знаю, там на повороте мы с собой заходили. Не здесь. А ты хочешь именно там пойти? Туда? Ну, давай, как бы, я не знаю. Хочешь, вон дойдем до края леса, вот до того. Потом повернем уже с собой вправо. А остановка, я знаю, находится вот в той стороне чуть-чуть. Вот тут можно пройти. Тут не тут мы с собой шли? Заходили. Не-не-не-не-не, точно там, выше. Пошли уже здесь уже. Там точно по лесу будет не так двигаться, будет попроще. Тут раньше в советское время дороги-то были. Люди раньше ездили. Лесники тоже занимались этим всем. Слушай, вот там полоса была, лесополоса. Вот та, что мы с тобой проходили, помнишь, вот от дороги? Вот там. Там росли фруктовые какие-то деревья. Нет, просто раньше, наверное, скорее всего, колхозы были с совхозами. Нет, точно мы здесь. Здесь очень много шиповника этого. Вон кабанчик рылся. Давай чуть тут возьмем. Чуть тут возьмем. Ну давай чуть тут возьмем. Пособираем. А у нас там какой-то был пакетик, да, по-моему? Ну да. Это же не говорю. Здесь один пакетик. Вот. Все, собираем мы шиповник. Хорошая вещь, очень настаиваешь и мочегонно. Я одно время, когда у меня были болели почки,
или почка, не помню. Подростковый возраст был. Я пил это шиповник. Мама настаивала его. А зимой он вкусный, сладкий, как ягода.